Ну что, сегодня утро, попробуем катануть до костела Святой Вероники, через Матвеерино и обратно. Фишка в том, что обратно я не хочу ехать той же дорогой. Поэтому на картах посмотрел участок, где дороги не соединяются, но максимально близко одна к другой. Въехали мы в Матвеерино. Дорога очень знакомая, наверное, не только мне, но и вам. Если бы поворот на Заозерье налево, ну, вот там мы бы много чего сняли. И косулю, и лисичку видели. И Янку в колосках снимали. И Анечку с Яном. Все, выехали мы с Матвеерино на сложный участок, сложный грунтовку такой. Мы сейчас возьмем правее, в надежде выехать более... Во-первых, он короче участок, во-вторых, он более утрамбованный, такой лесной грунт. Здесь такой ребристой поверхности с камешками. Минус сейчас здесь, это то, что я весной замерзнут в этом лесу. Сейчас достаточно свежо, 8 утра. Спускаемся к речке. Это такой самый сложный подъем обратно будет. В нашем случае спуск. Вот такой перепад высот есть. В Шайском районе здесь и не такое есть. В целом весьма приятный спуск. Скоростной. И мост через речку небольшенько. Убираем из лесного участка. Воздух стал теплее. Прям значительные перепады температуры в лесу. О, тепленько. Все. Дальше мы по грунту выскакиваем на дорогу. Ушачья глубокая. И через двор Плина попадаем в селище. Цель нашего сегодняшнего трипа. 3,3 километра. Лесной участок. Но мы уходим направо. Вот. Выезжаем из Ухрынков. Там, в принципе, уже отсюда видно ферму, кладбище, этот двор Плина. Такое вот красивое название. Возможно, когда-то была таверна здесь какой-то. Значит, это же тракт, да, дорога со Ушачи в Глубокое. Ну вот, на подъезде к Ушачи. Вполне вероятно, можно было покушать. А может быть, это просто была садиба здесь. Если кто-то знает, то что значит двор в корне населенного пункта, то напишите в комментариях, да? Так, мы проезжаем еще одно место, которое я не сказал. Это тоже местная ушачская достопримечательность. Это так называемый прорыв. Место связано с
трудными, тяжелыми событиями. Второй мировой войны. Вот, здесь из окружения вырывались с десяток партизанских бригад. Ну, поэтому это именно название «Прорыв». Был серьезный ремонт здесь несколько лет назад. То есть здесь куча техники военной еще, пушки, танки. Поэтому пользуется популярностью среди туристов и жителей нашей страны. Сам здесь был не один раз. Все было спокойно, да? В принципе, уже приближаемся к селищам. Такой прямой, такой приятный участок. Я уже вижу отсюда костел Святой Вероники. Место для меня очень значимое. Все мои истории с аэросъемкой в том числе начинались и здесь тоже. О, вон там видно. Не знаю, наверное, камера не будет. Сейчас мы, значит, по плану туда побежать, мы посмотрим, может, со стороны озера подъедем. Я ни разу не был со стороны озера, я, грубо говоря, с тыла. Конечно, потрясающий вид на Святую Веронику. Попробуем кому-то здесь отсюда сделать красивую длинную проводку. Неплохая идея, на самом деле, мне получилось над водной гладью так подняться. Неплохо, в принципе, все облетали. Начинаю сомневаться по поводу такой прям необходимости расстроиться, приблизившись к такому красивому памятнику архитектуры, истории нашей страны. Вот, поэтому предлагаю двигаться дальше. Так, мы едем по селищу, пытаемся выехать на дорогу на Загусь. Ну вот таким вот образом, да, наверное, мы вырываемся из селища. Впереди у нас 3-километровая грунтовочка в тупик. Так что оставайтесь, как говорится, с нами, самое интересное впереди. То проехали мы за Гузи. Ну, такой стандартный, классический такой вариант. 5-6 жилых домов. На самом деле брошенных не было. Селище и то больше брошенных домов. И таких уже разваливающихся. Здесь, в принципе, все было с большего. Парочку даже таких нормальных. Активно. О, труба места. Вот, в принципе, мы вот уже из поля чаще
принципе, попали в такой вот лесок замечательный. Запахло грибами. Просто супер. Да, чудесный лесок. И таким вот образом будем сейчас двигаться. Пока есть такая возможность. Окончательно уходим от цивилизации. Ага. Значит, идем правильно. Тупик. Смотрите, как здесь красиво. Такие горочки. О, приехал. Отлично. Ну. Если верить карте, то дорога закончилась. Ну. Не все карты дороги еще нанесены на карты. В принципе, с таким же успехом. Вау! Посмотрите, какая красота. В каком я таком туннеле. Какая мощнейшая техника это прокопала здесь в свое время. Ковшом каким. Обалдеть. Очень давно выглядит. Кобуры так и было всегда. Доброе утро. Я вот пытаюсь пробраться в следующий населенный пункт. Проеду, думаю, да? Не знаю. Вот и я не знаю. За поле. Нам надо добраться. Current speed is 7.4 kilometers per hour. Иначе больно долго объезжать. Не то чтобы не объедем, но... Неизвестно. Пока что все нормально. Вот такая вот неезженная лесная дорога. О, опять норм. Вполне себе норм. Дышится зато здесь, ребята, я вам скажу. Полной грудью. Ну что я могу вам сказать? Вот, наверное, мы уже и... Ну, как минимум, на поле. Значит, где-то рядом за поле. Если я правильно что-то понимаю. Само по себе за поле нас вообще не интересует. Это был ориентир. Двигаемся просто на дороге. И вот уже, в принципе, мы выскочили. Нужен нам участок. Поднимаемся в сторону уховищей. Выскакиваем на асфальт и чешем моторина. Это было очень круто. Ну что, вот мы снова в Матырино. Как много в этом слове. Матырино. Вкатываемся в Солонец. Встречает нас сверху потрясающая пара бусликов. Надеюсь, это наш мальчик нашел себе девочку. Показывает ей свои окрестности.
Обратите внимание, какой здесь летний лагерь. Летний лагерь Солонец. Здравствуй, Яночка, доброе утро. Какой бамблби. Девочки-принцессы, доброе утро. Да. Как ваше настроение? Супер. Классно, девочка, привет. Меня. Папа, посмотри, как Любовка. Я качаюсь. Здорово, у вас три гамачка. Все, ребят, всем пока. Надеюсь, что вам понравилась наша небольшая наша покатушка. Вот, и до новых встреч. Пока.